уважение к себе, к своим окружающим, к своим близким. Не на том, чем построена западная идеология. На чем она построена? Бабки. Бабки нужны для чего? Чтобы, ну, в принципе, заработать еще бабок. Капитализировать все эти, реинвестирование. Чтобы для чего? Чтобы еще было больше бабок. Для того, чтобы этих бабок было еще больше. И еще больше. Вот истинная философия вот капитализма, по которому мы сейчас весь мир живет. Это правильная философия? То есть главное для людей — это бабки. Вот сейчас, в данный мир. Путин говорит, нет. Бабки никто не отменял. Бабки — это круто, это мерило общественного успеха, это свобода, это, ну, то есть много всяких привилегий, преимуществ, когда есть бабки. Но это же не главное. Любовь к себе, к близким, к родине. И на фоне этого тоже бабки. Нужно же, как бы, себя любимого кормить, моих своих близких.